Назло бабушке отморожу уши. Кажется, что такой логики придерживаются депутаты-националисты, которые предложили разорвать договор о правовой помощи Латвии и России. Этот договор выгоден обоим государствам, потому что миграционные службы обоих государств могут легко вычислять фальшивые документы и не позволять обманывать и органы государственной власти, и других жителей этих стран. Однако вот такое простое практическое соображение, оно непонятно националистам, которые просто любым способом рвут отношения между Латвией и Российской Федерацией.